Чисто культурный бизнес. Смотри, тут написано «Краски, краски лгайки». Нужно помогать людям, и они должны увидеть это шоу. Дима, стой! Уварова, все. Он слишком знаменит для этого всего. Знаешь, эти девочки слишком пристально смотрят на нас. Давай посмотрим и мы на них. Мы пришли наблюдать. Сейчас мы идем за кулисы. Еще на место. Да-да-да. Здесь такая атмосфера напряженная, мне кажется, да? Надо чем-нибудь разбавить, надо кому-нибудь приставить. Вы сегодня здесь выступаете? Да. И как, вы хотите этого или вас заставили? Да, хотим. Нет, нас не заставляли. Большинство. Я пришла посмотреть на своих любимых хореографов первого курса, посмотреть на их танцы. Да. Лгаки, 14 лет. Лгаки, 14 лет. Понимаешь, насколько Лгаки уже взрослая? У меня еще просто ответственная миссия. Я поднимаю кулисы, как бы без меня концерт не начнется. Я принимаю непосредственное участие, собственно, в эстрадно-хореографическом шоу «Краски Лгайки». Ты первый человек, который ответил нам, что здесь сегодня происходит. Довольно масштабное такое мероприятие, которого у нас в Луганске еще не было. Да, какая твоя именно задача? Моя задача, вон сзади вас на мониторе, вот все, что будет проецироваться, все, что будет проецироваться туда, и буду этим заведовать я. Здравствуйте, девочки. Мы выступаем с помпелами и с лентами. Вау, здорово. Катя, кажется, нас выгоняют со сцены. Что нам делать? Пойдем с тобой в концертный зал, наблюдать придется всю эту красоту. Ну, пойдем. Все. До свидания.